Следователи изучают запись камеры видеонаблюдения, которая стала главной уликой в деле нападения на инкассаторов. Преступление было совершено накануне. Вот иномарка подъезжает к воротам бизнес-центра. Ее сразу же блокируют неизвестные. Они разбивают стекла машины. Один держит на прицеле водителей пассажиров. В руках у него карабин. Охранники пытаются уехать с места происшествия, но им мешают. Начинается драка. В какой-то момент раздается выстрел. Грабитель роняет автомат и уже голыми руками пытается вытащить из машины инкассатора. Затем поднимает оружие и стреляет в секьюрити. По предварительной информации, добычей грабителей стали 18,5 миллионов рублей. Сотрудники ЧОПа сейчас в больнице. Один из пострадавших, Сергей Копылов, получил травму головы. У второго, Евгения Пашалова, врачи диагностировали ранение груди и бедра.